В Атырау презентовали первую произведенную буровую вышку повышенной мощности. Ее запустили на предприятии, выпускающем буровые долота. Проект стартовал 1,5 года назад. Чем уникально производство? Какова его рентабельность? И есть ли спрос на продукцию? Выяснял Талгат Утигулов. Производство буровых установок в Казахстане само по себе уникально. До настоящего времени подобные вышки нефтяные компании приобретали в России, Китае или в странах Европы. Проблемы логистики делали и без того высокую стоимость установок заоблачной. Достаточно сказать, что даже средние нефтяные компании не в силах позволить себе подобную роскошь и пользуются услугами аренды. Сегодня на производственной площадке казахстанской компании «Жигермунайсервис» организовали торжественное мероприятие по случаю сдачи первого заказа. Подобный буровой комплекс, а это именно комплекс, изготовленный с нуля и под ключ со всеми агрегатами, силовыми установками и электронной начинкой, первый в Казахстане. Первый по мощности – это 2500 лошадиных сил, по грузоподъемности – 650 тонн и по глубине бурения – это 7000 метров. В качестве заказчика выступила казахстанская нефтяная компания «Казмунайгаз Бурение». Данная буровая установка уже прошла испытания, и теперь предстоит ее транспортировка к месту добычи углеводородов. Качество хорошее, но самое главное, что теперь мы имеем возможность приобретать буровые вышки казахстанского производства. Это в разы дешевле заграничных, да и мощность установки высокая. Думаю, что это не последний наш заказ. Вопросы о влиянии мирового финансового кризиса, низких ценах на нефть и малой рентабельности сервисных компаний в нефтегазовом секторе здесь парируют цифрами. За 5 лет деятельности компания может похвастать только наращиванием оборотов. Этот процесс имеет тенденцию к развитию. Для нас, я думаю, увеличение рынка неизбежно, увеличение производимой нашей продукции, так как мы в целом молодая компания, только начинаем. Следующую вышку мы планируем изготавливать грузоподъемностью 750 тонн. Под это дело мы планируем модернизировать свое монтажно-сварочное производство, больше роботизировать его. Здесь же производят еще один вид продукции, не имеющий аналога в Казахстане – буровые долота. Предприятие уже зарекомендовало себя на рынке Казахстана. Активно осваиваются рынки России, есть наработанные контакты с Туркменией. В перспективе налаживания связей со странами Африки. Что касается буровых комплексов, то в заказах здесь не сомневаются. И более того, уже через 3 года планируют нарастить объемы производства до 5 буровых установок в год. Талгат Утигулов, Азельхан Уахитов, Амантай Матенов, Атырау.